Честь, я готов предоставить пароль, только напишите на конверте, телефон с конвертом будет в материалах уголовного дела. Его не надо, не обязательно его озвучивать на всем. А защитник Азамжан только что типа, я могу... убрал под стол и под столом что-то убрал. Переговорите с ним. Зачем под стол тогда его прятать? Так, давайте сделаем так. Передайте, пожалуйста, сотовый телефон сюда. Вы передаете телефон для того, чтобы он был предметом исследования. Тогда суд его исследует. Пожалуйста, передайте пароль. Не, уважаемый суд, дело в том, что в телефоне находится информация, которая... Не переживайте, я не буду трогать информацию, которая не относится к материалам дела. Как вы хотите? Вы хотите, чтобы телефон был половинчато осмотрен? Нет, будете смотреть все то же самое, только пароль не будете знать, и все. Все, что вы хотите, будет открыто. Нет, так не пойдет. Ну, как не пойдет? А потом в последующем, в апелляции, в кассации, как это будет исследоваться? Вы вообще представляете? Ну, будет же в нашем присутствии. Ну, это же элементарно, если это телефон стороны защиты. Давайте сделаем так. Доказательство стороны защиты. Верните телефон, пожалуйста. Если вы не желаете предоставлять суду пароль для того, чтобы суд его осмотрел, чтобы он находился в материалах дела, для того, чтобы последующие инстанции его обозрели, будет считаться, что оно не было предметом исследования. Мы вам вы переговорите открытый телефон со своим, предоставим? Вы открытый. Переговорите со своим подзащитным. Объявляется перерыв на 10 минут. Давай.